сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области при силовой поддержке бойцов СОБРа в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны участники этнических организованных групп, предположительно занимающихся похищением людей, вымогательством денежных средств, разбойными нападениями и другими тяжкими преступлениями. 27 августа этого года к оперативникам уголовного розыска поступила информация о планируемой встрече на территории одного из кафе в подмосковной Балашихе около 100 участников групп, которые по имеющейся информации занимаются совершением тяжких преступлений на территории московского региона. В ходе проведения спецоперации были задержаны и доставлены в полицию 49 участников межнациональной организованной группы в возрасте от 24 лет до 67 лет. 27 задержанных оказали активное сопротивление сотрудникам полиции. При личном досмотре у 42-летнего уроженца ближнего зарубежья обнаружен и изъят пистолет Макарова и 5 патронов к нему. По результатам исследований изъятое оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов». За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к административной ответственности привлечены остальные участники организованной группы. По имеющейся информации, 6 задержанных в ближайшее время будут экстрадированы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц.